Долгие годы жители хутора Красный Фас ждали появления качественного водопровода. До этого хуторяне пользовались водой из природных колодцев, возможности которых ограничены особенно в летнее время. Для обеспечения хутора системой непрерывного водоснабжения федеральным, республиканским и муниципальным бюджетами работы проводятся в данном хуторе уже вторую неделю. На сегодняшний день проводятся мероприятия, такие как проведение водоснабжения в хуторе Красный Фарс. Значит, по такой программе, как устойчивое развитие сельских территорий на период 2014-2017 годы и также период 2020 годы. Куратором данной программы является Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея. Подрядная организация, которая выиграла на проведение данного мероприятия, этого аукциона, является ООО «Каскад», руководитель БИО Султан Крымович. Уже как проводятся работы данные мероприятия в течение уже недели. В ближайшее время уже идем к завершению. Там, значит, сюда включено не только водопроводная сеть, но еще и замена новой башни на более объемную. 50-кубовая башня будет стоять, ограждение данной скважины будет. Ну и дальнейшее, естественно, подключение населения. На сегодняшний день, значит, здесь около 42 домовладений, которые сюда подключатся. Жители с нетерпением ждут подхода качественной питьевой воды и возлагают большие надежды на проводку газификации в хуторе. Параллельно с этим проводятся восстановительные работы одного из мостов, поврежденного в результате майского наводнения. По словам исполняющего обязанности главы Дмитриевского сельского поселения, этот мост очень важен для жителей. В настоящее время проводятся восстановительные работы пешеходного моста, сообщающие два населенных пункта в Дмитриевском поселении. Это поселок Дружба и хутор Новоалексеевский. Ну, работы проводятся уже, наверное, две недели. Завершение данных работ будет примерно к 1 сентябрю. Значит, помимо этого еще проводятся работы по реке Фарс, отводы двух участков. Два участка, которым угрожало населению, значит, один участок, выигравший предприятие ООО «Колосов» и ООО «Каскад». Важность моста, значит, на сегодняшний день, почему до 1 сентября, это вот именно вот я повторюсь, что сообщение двух населенных пунктов, очень большая масса людей, значит, с хутора Новоалексеевский к нам попадает в центр, там, где все социально значимые объекты находятся, это аптеки, это амбулатории, это школа, садики, в общем, администрация также. В обход, если идти, это примерно 7-8 километров человека нужно пройти, чтобы попасть в центр, в административный центр поселения. Также в двух местах на реке Фарс проводится водоотводная работа, которая позволит обеспечить безопасность береговой линии в момент паводков.